Мы сталкиваемся с бесчисленным количеством цитат, утверждающих, что красота кроется в личности, отражается в глазах, а таится в душе. Однако мы точно знаем, что суть красоты в том, чтобы привлекать взоры. Красивые девушки есть везде, в каждой стране и каждом городе, однако некоторые страны ими просто кишат. Именно поэтому существует полуофициальный рейтинг государств с самыми красивыми женщинами. Многие позиции вы наверняка сможете угадать заранее, но некоторые, возможно, станут для вас сюрпризом. Конечно, представление о красоте – вопрос абсолютно субъективный, и утверждать, что одни девушки красивее других, в определенной мере непростительная вкусовщина. Однако в основе были соединены мнения простых людей и экспертов, различные опросы, учтено представительство наций в модельном мире и количество победительниц в конкурсах красоты. Взвесив все эти факторы, мы решили составить список из 10 стран, где живут наиболее интересные с точки зрения визуальной красоты и притягательности девушки. Привет, вы на канале Современный Топ, и это подборка стран с самыми красивыми и привлекательными представительницами прекрасного пола. Номер 10. Филиппины. Филиппинцы известны за свою позитивную жизненную позицию, а представительницы этой страны имеют наибольшее количество побед в большой четверке международных конкурсов красоты. Однако девушки в этой стране не только красивые, но и прекрасные хозяйки, поэтому согласно статистике их часто берут в жены мужчины из Северной Америки. И хотя они похожи на своих азиатских соперниц, за счет смешения австралоидной, монголоидной и европеоидной рас, кожа их гораздо темнее, что сказывается на их весьма интересной внешности и создает их великолепный и уникальный образ. Не зря жительницы этой страны являются одними из самых титулованных на всемирных конкурсах красоты. Местные девушки регулярно занимают призовые места. Номер 9. Колумбия. Природа щедро одарила колумбиек естественной красотой и будоражащей привлекательностью, поэтому они гордятся своим происхождением. И не зря, ведь где еще ты увидишь такие соблазнительные формы, всегда стройные, яркие и загорелые, идеальная формула красоты по-колумбийски. Представительницы этой латиноамериканской страны обворожительные, притягательные, чувственные и любвеобильные. Плюс ко всему этот прекрасный страстный акцент, вьющиеся волосы, вспыльчивый нрав и головокружительная грация в их танце. А то, как они относятся к семейным ценностям, достойно отдельной похвалы. Большинство местных девушек имеют смуглую кожу, которую подчеркивают ореховые глаза и потрясающие черные волосы. Немало королев красоты родом из Колумбии, поэтому жительницы этой страны также признаны серьезными конкурентками на международных конкурсах. Во многих случаях это заслуга высококлассных пластических хирургов, которыми славится Колумбия. Но что плохого, если и без того красивая дама добавит своей привлекательности пару размеров? Номер 8. США и Канада. Соседки из Северной Америки, канадки и американки поделили между собой 8 место рейтинга самых красивых девушек мира. Они полны задора, независимости и знают, как позаботиться о себе. От Майами до Торонто и от Лос-Анджелеса до Монреаля вы увидите множество красивых женщин, которые умеют ухаживать за собой. Поскольку национальный и расовый состав в США необычайно пестрый, то среди жительниц страны нельзя выделить типичную американку. Разнообразие характеров, цветов кожи и типажей дало нам таких красавиц, как Джессика Альба, Ева Мендес, Рианна и Дженнифер Лопес. Более суровый канадский климат нанес отпечаток на фигуру и внешность канадских женщин. Они тщательно заботятся о своей внешности, уделяя немало времени этому процессу. Черты лица у них четко очерчены, узкие, выразительные губы и маленький нос. На первый взгляд может создаться обманчивое впечатление о строгости и холодности канадок, но это не так. На самом деле они общительные и дружелюбные, а дружелюбие, как мы знаем, вещь позитивная, и это делает представительниц Канады еще прекраснее. Номер 7. Нидерланды. Благодаря среднему росту в 170 сантиметров, нордическим чертам лица и модельным параметрам, голландские девушки заслуживают быть в рейтинге красивейших женщин мира. Они выглядят наиболее агрессивно из всех представителей нашего списка. Возможно, причиной этому является культура, позволяющая им быть пробивными и целеустремленными. Они шумные, веселые и неприлично красивые. У большинства голубые сапфировые глаза и светлые волосы, хотя и брюнетки здесь тоже встречаются. Стоит добавить, что голландки очень самодостаточны и трудолюбивы, впрочем, как и голландские мужчины. Стройная фигура, длинные ноги и естественная свежесть голландок давно уже стали востребованными в мире кино и моды. К ним еще можно добавить и роскошных спортсменок, посмотреть на которых приходят на стадионы миллионы мужчин со всего мира. Номер 6. Италия.
Когда речь идет о стильных красавицах, то подразумевают, конечно же, итальянских женщин, которые идут в ногу со временем в мире моды, стиля и макияжа. Ведь именно здесь живут представительницы, которые стали достойным воплощением статной, ухоженной и страстной женщины. Слегка смуглая кожа, густые длинные кудрявые волосы, пылкий характер и эмоциональность – только часть причин, благодаря которым итальянки – одни из самых сексуальных женщин в мире. Местные женщины практически не стареют, сохраняя до преклонного возраста свежесть, привлекательность и природную красоту. Их секрет кроется в минимальном количестве косметики и таком же количестве вина, которое они очень любят. Возможно, именно этот напиток, так популярный в Италии, придает их глазам томный вид и позволяет с возрастом становиться только прекраснее. Не стоит забывать и о том, что Италия – мировая столица моды, поэтому здешние красотки, как никто другой, умеют правильно одеваться, чтобы подчеркнуть все достоинства и скрыть недостатки. К безупречному внешнему виду итальянок нужно добавить положительное воздействие местного климата и их природный жизнерадостный темперамент. Номер 5. Венесуэла. Дамы из этой страны имеют огромное количество наград за участие в международных конкурсах красоты. Необычная экзотическая внешность, привлекательные стройные тела и утонченная фигура помогают женщинам из Венесуэлы завоевывать не только призовые места в мировых конкурсах красоты, но и сердца многих мужчин по всему миру. А все это потому, что представительницы Венесуэлы уделяют огромное внимание своей внешности, вследствие чего выглядят просто сногсшибательно. Представительницы других стран не случайно опасаются, что с очередного конкурса «Мисс Мира» или «Мисс Вселенная» главный приз уедет снова в Венесуэлу. Поэтому и женщины этой страны стали больше тратиться на свой внешний вид, поскольку смекнули, что их красота приносит им не только славу и деньги, но еще и национальную гордость. Примечательно, что столица страны Каракас – совершенно невзрачный город. Однако там живут одни из самых красивых девушек планеты, которые за всю историю конкурса «Мисс Мира» стали его победительницами рекордные 6 раз. Номер 4. Россия. Сочетание мягкой славянской красоты и загадочной восточной внешности превратилось для представительниц России в неотразимую смесь и уникальную естественную красоту. Русские женщины отличаются русыми волосами, яркими выразительными глазами и нежным румянцем. Они обладают изящной фигурой, довольно светлой кожей и потрясающими ногами, их главным оружием. Их красота уже не первое столетие волнует умы европейских мужчин. В любой области деятельности в рейтинге красавиц обязательно попадают русские девушки. Например, наши красотки не единожды кружили головы голливудским знаменитостям, а многие и сами добились большого успеха в кино. Также Россия может похвастаться своими безупречными по красоте моделями и обладающими прекрасным телом спортсменками. Они не жалеют ни сил, ни средств на то, чтобы выглядеть прекрасно, и это дает отличный результат. Будучи одними из самых сексуальных женщин планеты, они в то же время остаются преданными хранителями домашнего очага. Номер 3. Украина. Хотя Украина и Россия соседи, украинским девушкам нужно отдать должное. Они обладают особым шармом и сочетают в себе природную красоту и изящество. Согласно опросам, в Украине живут самые завидные невесты. Не зря европейские мужчины все чаще рассматривают их в качестве жен. Вопреки устоявшемуся мнению, дело не в их доступности, а в том, что они очень далеки от европейских ценностей и воспитаны в другом обществе. К тому же, украинки – девушки хозяйственные. Они умеют готовить, следить за домом и воспитывать детей, не перекладывая это на няню. Украинским красоткам присущи следующие признаки – округлые мягкие формы тела, легкий румянец, прямой открытый взгляд. А еще они умны и сообразительны, умеют весело проводить время и способны поддержать разговор на любую тему. Украинские модели признаны одними из самых красивых во всем мире. Достаточно взглянуть хотя бы на Милу Йовович или Милу Кунис, и все сразу станет ясно. Номер 2. Бразилия. Бразильские женщины известны своим стремлением к социализации и отношением к традициям. Они принимают участие в знаменитых ежегодных фестивалях и карнавалах, где можно полюбоваться их красотой. Несомненно, в Бразилии живут самые изящные девушки в мире. Чаще всего эти девушки имеют спортивное телосложение и яркую внешность, а по количеству супермоделей Бразилия лидирует во всем мире. Представительницы этой латиноамериканской страны обожают танцевать, путешествовать и веселиться. Секрет их красоты кроется в том, что они живут на всю катушку, не ограничивая себя лишними моральными нормами. Пластическая хирургия у нас часто встречается с неодобрением, тогда как в Бразилии это норма. Местных девушек с самого детства учат любить себя и свое тело,
но при этом их желание что-то в себе изменить поощряется. Они любят привлекать к себе внимание, дополняя и без того заметные формы ярким макияжем и привлекательными нарядами. Им нравится, когда мужчины смотрят на них с вожделением и страстью. Считается, что больше всего красивых бразильянок живет в Сан-Паулу, а чтобы понять, правда ли это, остается одно – посетить этот прекрасный город. Номер один. Швеция. За все время проведения конкурсов красоты именно шведские девушки чаще всего становились победительницами. Высокие, белокурые богини с выразительными голубыми бездонными глазами обладают невероятной природной привлекательностью и естественной сексуальностью. Исторические источники сообщают, что когда викинги вторгались в Англию, они крали самых красивых девушек и увозили их в Скандинавию. Наверняка это сыграло роль в формировании особенной внешности прекрасных шведских женщин. И в этом легко сможет убедиться любой, кто хоть раз побывал в Швеции. А чтобы хотя бы немного представить красоту и неотразимость шведок, можно посмотреть на фото Алисии Викандер, Нумера Пас или Ребекки Фергюсон. Шведки известны не только своей очаровательной внешностью, но и свободолюбием, а также умением жить. Они поистине великолепны. К тому же в общении с представительницами Швеции, стоит отметить, что они интеллигенты и образованы, и несмотря на суровый климат северной страны, безгранично приветливы и дружелюбны. Швеция твердо находится на вершине рейтинга стран с максимальным числом красавиц. А вы согласны с сегодняшним рейтингом? Если нет, тогда делитесь в комментариях своими мыслями по поводу тех стран, где по-вашему живут самые красивые и привлекательные женщины мира. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему топ-10. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.